приветствую на канале Урожай Ягод. Многие садоводы перед тем, как покупать новый сорт, хотят знать, сколько примерно этот сорт дает ягоды. Сегодня я расскажу, сколько примерно дает ягоды средний куст сорта нейтрального светового дня под названием «Принцесса Диана». Это годовалый куст, посаженный на маточнике, поэтому срезаю цветоносы я без всякого сожаления, чтобы потом получить больше усов. Хотя принцесса Диана и так не жадная на усы. Сейчас срежу цветоносы, потом посчитаем цветоносы и примерно прикинем, сколько же можно ягоды получить за первую волну плодоношения сорта нейтрального светового дня принцесса Диана. И хочу напомнить, что нейтрального светового дня сорта клубники дает примерно за сезон 3 урожая в открытом грунте. Сорт клубники нейтрального светового дня принцесса Диана постоянно выбрасывает цветоносы, поэтому я и говорю, что 3 урожая за сезон это примерно. Сейчас влажно, он еще и улитка попалась. Многие начинающие садоводы боятся сразу же покупать ремонтантную клубнику там или клубнику нейтрального светового дня, опасаясь, что, не знают агротехники и так далее. Ничего сложного в этом нету. Конечно, агротехника немножко отличается от обычной клубники, но результат, естественно, лучше. И ягоду можно получать весь сезон. При этом даже в первую волну плодоношения, наравне с ранними сортами, средними сортами, клубника нейтрального светового дня показывает те же результаты. То есть вполне нормально с хорошо развитого куста получить за первую волну плодоношения около килограмма ягоды. Понятно, что на начальном этапе развития будет давать меньше ягоды, но потом, когда уже куст разрастется, то урожай будет, конечно, соответствующий. Ну, теперь быстренько посчитаем цветоносы. Если брать примерно в одном цветоносе около 4 ягод, и давайте брать по минимуму, одна ягода 10 грамм. Скажем так, средняя ягода клубники, допустим, это 20-30 грамм, крупная уже 40-50 и выше. То есть мы берем вообще по минимуму 10 грамм одна ягода. С этого куста клубники нейтрального светового дня принцесса Диана я насчитал 25 цветоносов. Нетрудно посчитать, да, что это 25 цветоносов, это более 100 ягод. Более 100 ягод по 10 грамм, это уже килограмм. На этом у меня все. Думаю, видео было интересным и полезным.